знаю, за мысль сюда была идти. Ну ладно, мы идем нет, сюда, нет, потому что мы свою страну защищаем. У нас не было выбора. Пальцы тянули, как посадили, привезли, одели форму. Дали оружие. Вот туда идти. Назад пойдешь, я идем. Ну и это вы считаете президента своего Путина нихуя себе. Ну как можно тогда разговаривать, если он ставит такие приказы, говорит, ебать, не выполнишь, ты сдать. Но если...